Привет, друзья, это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. В предыдущем видео я рассказывал о бунтах, которые в Литве устраивают мигранты из Северной Африки и Ближнего Востока. В комментариях кто-то написал, бунтуют не только мигранты, но и сами литовцы. И это правда. Давайте посмотрим на обратную сторону медали. Жители Литвы выходят на протесты против размещения в их стране нелегалов. Дело уже дошло до столкновений с полицией. Это кадры из поселка Рудненкай, вблизи которого власти Литвы собираются построить лагерь для мигрантов на 1500 человек. Местные жители вышли на митинг, чтобы этому воспрепятствовать. Затем они заблокировали подъезды к полигону, а дальше приехали силовики. Туда несите воду, в ту сторону, несите туда воду. Дайте воды, принесите воды. Воды они не подпускают. Ванги, деняшки, стоит им реку. Полиция в масках не предоставляла удостоверения, брызгала черемухой газовым на людей мирных. Это ума непостижимо. Ребята, да что? Полиция должна нас защищать. А оказывается, что полиция на народ плюет. Просто с большой башни плюет. Но самое интересное в этой истории – это реакция властей Литвы, в частности, министра внутренних дел Агне Белатайте. Действия протестующих она называет спланированной провокацией против литовского государства. В подобном военизированном объекте, имеющем особый статус, такие действия недопустимы. Поэтому я обратилась как в управление полиции, так и в Генеральную прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование и оценить всю эту ситуацию. Эти действия хорошо организованы. Как вы знаете, большинство людей, участвовавших в акции протеста, были не местными. Это были не члены общины, а люди из других районов. Это хорошо организованная, хорошо спланированная акция против государства, заявила Белатайте. Здесь главное не перепутать. Когда людей за противоправные действия задерживают в Беларуси, это диктатура и нарушение прав человека. Когда людей задерживают в Литве, это пресечение антигосударственной деятельности. На сегодня пока все, но к этой теме мы еще обязательно вернемся. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и ждите новых роликов. Скоро увидимся!